Ну і це питання, взагалі, пенсійного забезпечення, проблеми, які виникають, будемо обговорити разом з нашою гостею. Раді вітати в цій студії Наталія Королевська, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Пані Наталія, мої вітання. Вітаю доброго вас. Ранку. І давайте я почну навіть з того, з чого починався цей сюжет. Чому українці про пенсійне зростання чують, але не відчувають? Знаєте, очень сложная сегодня ситуация с пенсионным обеспечением, с пенсионным фондом. И вот буквально на этой неделе приняли бюджет пенсионного фонда на 2019 год. И вот дефицит пенсионного фонда утвержден 170 миллиардов гривен. Ну вот для примера, я была министром социальной политики, дефицит пенсионного фонда в 2013 году был 15 миллиардов гривен, и мы уже видели, как в 2014 году сделать пенсионный фонд бездефицитным. Тогда мы смогли сделать, чтобы пенсия была, ну, в эквиваленте того доллара, $150 минимальная, и мы понимали уже, как 180 делать на 2014 год, и до 2020 года мы для себя ставили, конечно, ориентиры европейской пенсии и понимали, как ежегодно прибавлять $50-70 к пенсионному обеспечению людей. Все это было, безусловно, связано с параллельно развитием экономики и отчисления от экономики, от заработных плат, от легализации экономики, поступлений в пенсионный фонд и повышения пенсии. То есть такую модель пенсионного обеспечения мы разработали в свое время, утвердили стратегию развития и по этой стратегии шли. Но катаклизмы, которые у нас произошли в 2013-2014 году, мы увидели, к сожалению, все наши модели были отменены и пошли развиваться по-новому. Вот по-новому мы видим. В чем глобальная проблема? Mm-hmm. Почему такой колоссальный, ну, в 10 раз дефицит пенсионного фонда вырос? Ну, конечно, это такой, знаете, махровый непрофессионализм, потому что они начали менять налоговую базу, они начали ставить эксперименты в экономике. Тобто, що це єдиний соціальний внесок, да, ось ці нововведення, да. Вони, на вашу думку, не дали результату? Ну, уменьшение единого социального взноса, только этот пункт, это ошибка, которая была сделана иностранным министром Ярейска, в свое время сделала минус 80 миллиардов ежегодного недопоступления в бюджет. А это, ну, это 500 гривен для каждого пенсионера к пенсии. То есть вот она просто своим непрофессиональным решением, а парламент тогда аплодируя, принимая все, чего иностранцы не скажут, все значит хорошо. Мы им объясняли, что это приведет к банкротству пенсионного фонда. Ну, нас, к сожалению, эта власть абсолютно не хочет слышать, а мы уже, ну, когда люди абсолютно непрофесіональні, ну, з ними не о чим навіть розмовляти. Пані Наталі, а з приводу ось, мали змогу почути позицію озвучення заступника міністра соціальної політики, пана Миколи Шамбру. Він сказав про те, що головна причина і питання – це в тому, що, ну, ми маємо з вами всі думати про те, щоб виводити зарплати із тіні. Ну, знаете, це головна біда, так чи ні? Я, конечно, ну, удивлена, что власть только на четвертый, там, на пятый год своего правления начинает задумываться, в чем же причины. Да? И, ну, даже, я думаю, для человека с менее опытом, чем Шамбер, понятно, что первая причина – это кризис в экономике. Что у нас произошло за последние годы? У нас сотни тысяч предприятий остановилось. Более 10 миллионов людей сегодня уехали работать за границу. Соответственно, они также не платят взносы в пенсионный фонд. И, безусловно, потому что легально сегодня работать, ну, фактически невозможно. Кто-то еще держится хоть как-то чуть-чуть, подрабатывает себе нелегально. Но глобальная причина – это, первое, ошибка их с единым социальным взносом. Вторая причина – это, конечно, кризис экономический глобальный. И без подъема экономики мы ничего не сделаем. Третья причина – они поднимают минимальную зарплату, так, но они не поднимают сетку, всю сетку тарифного начисления по заработной плате. Они делают что? Они делают уравниловку. Но это же не дает того эффекта и того результата. Потому что сегодня что у директора зарплаты там 4000 гривен, что у человека технического работника 4000 зарплата. Соответственно, перечисления они получают мизерные. Пані Наталя, а вся история с підвищенням минималки, так, яку, власне, назвали Кабмин, і відбувається, президент про це заявляв, що ми будемо поступово так рухатись. Так воно і відбувається. А на вашу думку, ось це зростання мінімальної зарплати, воно сприяє виведенню із тіні
підприємців, людей, які там працюють. Загалом, ну, будь-якого українця, який може отримувати цю мінімальну зарплату, але ми розуміємо, вже офіційно. Ну, я тоже пыталась объяснить правительству и премьеру, что сегодня фискальные методы, они не работают. Угу. Потому что, ну, вы можете заставить человека назначить минималку 4000. Сейчас они готовят вообще закон, два закона, это нонсенс. Первый закон, они делают полицию по льготам, да, что они будут вообще проверять всех, каждого. Вот они ворваться могут к нам с вами домой в любое время дня, суток, проверить, нет ли у нас в холодильнике там случайно две замерзших сосиски. То есть это у них сегодня, они думают, что тогда они уменьшат количество льготников. Вы, может, вы утруете, пані Наталья. Ну, нет, ну, прям уявити собі таку історію, ну, надзвичайно. Ну, складно, щоб до мене в будинок зайшов, і там хтось рився в моєму холодильнику. Нет, если вы, нет, если вы захотите получить льготы от государства, ага, в таком только плане. В этом случае, безусловно. То есть они подготовили сейчас такие фискальные методы по льготникам. И второе, что они готовят, это права инспекции по труду, что они имеют право также врываться на любое предприятие, проверять и требовать, что директор не может получать там меньше трех минималок, что там главный бухгалтер не может. То есть вот такими фискальными методами, они не понимают, что они еще больше людей переведут в тень. Потому что, ну, не зарабатывают сегодня предприятия, и они не могут нести эту налоговую нагрузку. Из-за этого они вынуждены, чтобы хоть как-то еще выжить, сначала уходить в тень, а потом многие предприятия уже закрываются. Поэтому мы объясняем этому правительству, что сегодня мы должны поменять подход к нашей экономике с вот этого фискально-радикального такого подхода, всех оштрафовать, загнать, проверить там и заставить, к подходу, когда мы должны мотивировать сегодня создавать рабочие места, привлекать хоть какие-то кредиты, инвестиции, ну, выживать как минимум, чтобы предприятия сохранялись. И тогда мы, соблюдая шкалу заробітних плат, да, можемо получати дополнительні доходи. Добре, давайте, власне, до пенсії. Ми вже казали про те, що військовослужбовцям вже за підсумками цього місяця перерахують. Ось, а про індексацію, яку нам обіцяють з березня місяця, якщо не помиляюсь, ось ваші оцінки, ну, давайте так, можливо, це не нововведення, але принаймні за останні роки так точно, ну, принаймні, про це говорять лише зараз, і ми розуміємо, в який період, так, в передвиборчість за великим рахунком. Хоча до цього, як я розумію, були законодавчі норми, які прописували це робити і так, без ось таких, да, заяв і гасел. До 2014 года, на протяжении последних, там, с 2004 по 2014, это проходило все автоматически, это норма действующего была законодательства, и ни у кого не хватало даже ума ходить на эту тему, там, пиариться и рассказывать какой-то гениальный. Потом в бюджете 2014 года правительство отменило эту норму, и вот сейчас через 5 лет до них дошло, что это была, оказывается, правильная норма, они ее решили вернуть. Были скрутні часы, пані Наталі. Тобто падіння економіки, загалом такий надзвичайно складний період для України як держави загалом. Ну, вот, вы знаете, мы за прошлый год выиграли решение 4 конституционных судов. Но 2 конституционных суда решения для нас были очень важны. Первое решение было, это вернуть все льготы и компенсации чернобыльцам. И конституционный суд признал, что наши требования правильные, и парламент с правительством приняли неконституционное решение, лишив этих людей льгот, там, пенсии, начислений и всего остального. И второе, это по ветеранам Великой Отечественной, участникам боевых действий. Также в декабре месяце мы выиграли конституционный суд и признали действия правительства неконституционными и обязали их вернуть ветеранам и участникам боевых действий все положенные им льготы, компенсации. Вот, понимаете, мы можем понимать, что да, сложно и было, и сейчас стало не легче, это точно. А все еще хуже, потому что у них аппетит грабежа все больше возрастает, а денег, как мы понимаем, больше не становится. Ну, але чекайте, пані Наталі, напередодні, зокрема, голова Нацбанку Яків Сулі, який з'ютував в парламенті, казав про те, що є певні здобутки, економіка йде в плюс, стабілізація більш-менш курсу долара, та інфляцію вперше за декілька років вдалося втримати в однозначному показу. Це, так? Це а не перемога. 10 і більше. Це перемога, тому що коли в 13 там инфляция была 0,5%, то сегодня, когда у нас хотя бы за десятую долю не выходит, мы уже счастливы. Сложная ситуация, не хочу спорить. Да. Я понимаю, что они не занимаются экономикой, они сегодня не поддерживают национального производителя, потому что они договорились с МВФ, они сдали все наши рынки внутренние сегодня МВФ, у их национальный производитель абсолютно не интересует. И с ними об этом говорить без
полезно. То, что сейчас можно порекомендовать людям, это, знаете, как с этой паршивой овцы, хоть шерсти клок надо рвать в марте месяце, перед тем, как они все вместе уйдут из власти уже, потому что и монетизация субсидий, и вот эта индексация пенсии, это все копейки. Но это те копейки, которые у людей отбирали на протяжении всех последних 5 лет. Пані Наталя, спасибо вам за цю розмову і за ваші позиції, за роз'яснення. Наталія Королевська, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення, була нашою гостею.